максимально здесь находится, и магазин «Дом одежды обувь», конечно, способствует, чтобы вы остались чуть-чуть довольны. Ну что, мы приступаем, правильно? Все. Итак, а как будет проходить розыгрыш? Еще раз расскажу. Буду приглашать ребенка, что угодно, сейчас этот ребенок будет доставать один купон. Я его называю. Если совпадает ваш купончик, собственно, с тем купоном, который достал ребенок, вы молодец, вы, собственно, получаете первый подарок. Все круто. Итак, что мы разыгрываем? Первый подарок. С чего начнем? Первый подарок. Как с чего начнем? Утюг! Отлично! С утюга начнем! Все, с утюга начнем. Владимир тот самый, как раз. Мы вас поздравляем, Владимир, солнце, с первым подарочком. Сколько вы купили? На сколько денег? На 25 тысяч и утюг в подарок. Ништяк, круто, аплодисменты. А, Владимир, утюг первый, шикарно, шикарно сделано. Итак, давай, держите Мишку. Ничего страшного, можно его поднять наверх и защитить. Будет, не будет. Итак, 0, 0, 0, 8, 4, 4, 8. Да, и мы вас от чистого сердца поздравляем. На 20 тысяч она затарилась. И бомбокс получает. Все, мы ей сейчас поможем. Отнесем. Вот. Чайник. Кто? Дети не было, кто нет? Купон 9. Ладно. Номерок. 005-004. Прямо сейчас телевизор заберем домой на кухню. Прям. И все, и классно смотреть. Как выйти из этого? И что, чтобы с товаром прийти? Итак, у нас... Фен? Так, у нас кто был? Давай, кто у нас не был? Кто не был? Так, кто был, давайте чушь дальше, чтобы нас надо же давать возможность детям только, конечно. Не может там убрать вообще никак. Как-нибудь обязательно поможем, где-то здесь сбоку мы обязательно это достанется вам. Уж как-то вы будете транспортировать, мы поздравляем. Что купил, честно? 2000 потратил, что ли? Ботинки. Не то мы покупаем с вами. Ботинки счастливые все-таки. Все круто. Итак, дальше мы достаем. У нас на кону следующий подарок. Это фен. Круто. Фен. Итак, номер. Кто заберет фен? 0-13-0-29. Есть! Микроволновой печью. Еще кто-то идет, в смысле? У нас два победителя. Давайте сверим цифры. 0-0-5. Сейчас, да, мы сверим. Слушайте, интересно у нас будет. 0-0-5. Нет, у вас номер 2. А, о, идите к нам, на устройство. 0-0-5-9-2-9. Вот, найдем, видим. Она такая уверенная, что все. Даже я один раз выиграл. Сразу с негативом хлопайте такие. Не надо завидовать, все нормально, еще у нас еще холодос есть, холодильник еще такая, да, так что ждем холодильника, потом что, правильно, машина, беги-ка, так, спустите там, пожалуйста, человека, стиральная машина кто заберет, я все знаю, что. 290, вот, 0, 2, 9, да, сверяйте, 12, я нашел кубочек, все честно, но все прям правильно, 9, 10, да, все четко, все абсолютно. 6 тысяч рублей всего потратил, и назвал стиральную машину. Как это работает, я даже не знаю. Ну, портовая, отлично. Опять же, как зовут? Мы тебя поздравляем, слушай. Большой молодец. Приходи, отоваривайся, теперь знаешь, что все честно и четко. Опять же, если пока что сложно тащить его, то сюда стыкаешку поставим. Закончится срок, еще подходи, и мы все передадим. Все отлично. Блин, да не то, что там тяжелое, блин, да. Ну, да он тащит. Пылесос! Пылесос на каком? 8! Радуйтесь, его первые цифры совпали. Дальше. 9-1-4. 0-0-8-9-1-4. Это вы? Нет, это вы? Все. Я такая слышу. Кто заберет холодильник? Крикните! Есть такие, кто победил? Где? Кто?
Это вы? Ну что, тихо, скромно, усердно. Так, номер 8. Сколько вы купили, чтобы платить? 4000 потратили. Не расстраивайте всех, кто вам запомнился. Итак, у нас есть у вас поздравляем, что уже машина, что ли? Так, холодильник это ваш. Опять же, присутствует подойдите к администрации магазина, они, конечно, вам помогут. Подождичку. Помешать нужно? Все, мешаем. Автомобиль на кого? Финальный лот. Кто же заберет? Страшно. Почему спит мальчика? Как зовут тебя? Как зовут? Хаким. Хаким, поздравляю! Это что-то невероятное! Как удалось это? Вы все видели, вы все осудили, вы вашу пригласили. Одобрили вас!